На этих кадрах видеонаблюдения отчетливо видно, как подозреваемый кулаком разбивает стекло кассы аптечного пункта. Вот он идет за продавщицей в подсобку, где нанесет женщине многочисленные ножевые ранения. Добычей злоумышленника стали 35 тысяч рублей. Во время допроса он с трудом вспоминает обстоятельства произошедшего. Да, я его ударил 3 раза по лицу. Ножом по лицу? Нет, руками. Так, а ножом? Ножом подрезал ей лицо. Вот здесь порезал. И сухо вот здесь, и все, и пошла кровь. В ходе проверки выяснилось, что мужчина был уже ранее судим. При обыске сотрудники полиции обнаружили в квартире подозреваемого одежду и нож, который предположительно был использован при совершении преступления. В отношении мужчины следователем следственного управления УМВД по городскому округу Химки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Пострадавшая женщина находится в больнице.